У нас сегодня представление нашего клуба «ЛАД». В клубе «ЛАД» 6 творческих объединений художественной направленности, в которые ребята изучают историю народного искусства, учатся на лучших образах и сохраняют традиции своих предков. А это театральный коллектив «Балаганчик», который в настоящее время покоряет театральные вершины. Учит актерскому мастерству, удивляет, радует зрителей своими спектаклями. А это клуб авторской песни «Аккорд», который любит играть на гитарах и петь умные песни для думающих людей. Сейчас все его участники заняты подготовкой к новому фестивалю. А это мультстудия «Звездочка», победитель многочисленных всероссийских и международных фестивалей детской анимации. На ваших глазах оживают картинки и рождаются новые мультфильмы. А это из-за студии «Изумрудный город», «Талантик» и «Фантазия», где с легкостью могут нарисовать любую картину, пейзаж, натюрморт и даже ваш портрет. А это кружок бисероплетения Марьи Искусницы. Здесь юные талантливые мастера делают своими руками настоящие чудеса из бисера. А еще в клубе «ЛАД» есть замечательная школа эстетического воспитания, Академия Знайки. Дошколята лепят из пластилина, поют, танцуют и учатся красиво и грамотно говорить, как настоящие академики. А еще у нас замечательные родители, которые создали семейный клуб и проводят веселые праздники, Масленицу, веселые старты, конкурсы, мастер-классы. Ты еще сидишь? Беги к нам!